Потом только надо сейчас сохранить то, что есть. И сохранить и работу, и по призыву у нас, и по контракту. Вот, где мы сегодня занимаем неплохое место. По центральному федеральному, да, по западному. Так что я думаю, мы с вами вместе всю эту работу продолжим. Ильфаз Хакши я знаю давно. Офицер высоких организаторских способностей. Поэтому, я думаю, военный комиссар Брянской области попадает в надежные руки. Сейчас же надо удержать. Это как в спорте. Достичь можно. Как потом удержать? И вот те вот позиции, а он четвертая цифровым по призыву, по контракту. И вот сейчас, она, конечно, задача такая непростая, чтобы не свалиться вниз. Первый Александр Васильевич по призыву. Место в Западном округе. Да. Второе место. Я говорю по контракту сейчас. По России, Брянская область. Вам вместе со мной надо быть только первым, еще другого нет. Александр Васильевич, я оставил разгон для первого места. Со второго на первого? Да. Молодец. Поэтому не без возможности оставили. Ладно, хорошо.